Ребят, ну это новинка Google Galaxy F8, новая камера и Galaxy Note 8. А будет остальным, давайте сравним. Одно мяч снизу и еще с двумя. Давайте получаться две камеры и две смартфона. Давайте начнем с Note 8 и F8. F8 не версия Bixby, а поэтому Note 8, поэтому старт фокусник камеру. Давайте приступим к интерфейсу. Поэтому Note 8, взять Galaxy F8. Ну и давайте, ну и приступим к камерам, и это флагманский 8 мегапикселей. Давайте узнаем за камерой. Изображение сейчас на Samsung Note 8. А на Samsung C8 будет емкие камеры, как у Google, салону версию Bixby Vision. А сейчас будет света, окончается и будет давайте до конца. И давайте первую съемку впереди C8 или Note 8. Пока.